Территорию действующей краевой больницы в столице Камчатки после переезда медучреждения отдадут под Межвузовский кампус. Об этом заявили на стратегической сессии, которая проходила в течение 2 дней в КМГУ имени Витуса Беринга. Изначально площадкой под размещение студенческого кампуса определили участок между Ленинградской, Ключевской и Вилюйской. Но это решение пересмотрели в пользу территории краевой больницы. В следующем году большую часть зданий там освободят после переезда в новый больничный комплекс. Это позволит подготовить пространство под строительство кампуса и запустить первый этап в 2026 году. Мы хотим дать возможность этой сложной структуре, межведомственной, межвузовской, вузовско-научной, дом в виде нашего нового кампуса, в котором можно будет выводить ваши, уважаемые коллеги, исследования и образовательные программы на мировой уровень, на мировую конкурентоспособность. Вот она амбиция, которая есть, и вот она, вот что задает значимость этой программы для нас, и для меня, как для руководителей региона. Создание кампуса позволит выполнить главную задачу региона – сконцентрировать молодежь жителей Камчатки в центральной части краевой столицы. Проектирование должно начаться в конце этого года. Знаете, сделать кампус – это вещь очень сложная. Вот. Владимир Викторович задал для вас, на мой взгляд, просто вот невероятной величины амбицию про кампус мирового уровня, потому что мы всегда говорим чуть скромнее, современные университетские кампусы, новое качество. А амбиция на мировой уровень, она, конечно, возлагает очень много сложных задач на всю команду и региона, и команду вузовского и научного сообщества, потому что вам нужно найти уникальные точки, ради чего люди для образования и науки приедут на Камчатку. Площадка стратегической сессии объединила представителей высшего образования, науки, бизнеса, органов власти и молодежи Камчатки. Все они работали над проектом кампуса «Хаба», одного из ключевых проектов для региона. Напомним, по поручению президента к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов.